Напряженная, азартная, эмоциональная встреча Икара 2006 года и радия из Нижнего Новгорода держала в напряжении болельщиков до последней минуты. Игра для нашей команды была первой в сезоне первенства Приволжского федерального округа. К середине тайма саровской команде удалось отправить мяч в ворота противника. До перерыва ребята продержались с победным счетом. Очень помогала поддержка трибун, признались юные футболисты. Пожелаем ребятам большой удачи, стальных нервов, стальных ног. Мы болеем за всех, это же наша команда. Желаем только удачи и везения. Очень достойно, во-первых. Обе команды смотрятся. Командная игра. Вот. Ребята просто заряжены. Я желаю им удачи в этом турнире, потому что я знаю, что они сильные мальчики, они справятся. Нашим ребятам достался сильный противник, лидер турнирной таблицы. За плечами команды «Ради» из Нижнего Новгорода две победы из двух игр сезона. Практически всю игру Икар вел со счетом 1-0, однако к концу второго тайма футболисты допустили грубую ошибку в обороне. «Ради» сравнял счет. До конца игры забросить мяч в ворота противника не удалось ни одной команде. Первенство продлится 3 месяца, игр еще много. Сегодня мы только, для нас это был первый тур. Планов конкретно по месту мы не ставим, но это все спортсмены амбициозные люди. И задача в каждой игре бороться на максимум. Мы желаем футбольной команде ИКАР 2006 года рождения победных игр, а также достойно показать себя в первенстве. Анна Пилипец, Сергей Чекалин, Сергей Рябов, служба новостей Саров 24.